Сразу после семинарии Бог открыл передо мной и моей женой дверь в штат Айова. Мы там служили в церкви, в небольшом городке. Там провели 13 лет. Там родились наши дети. Началось у нас все с малой группы. За 13 лет церковь выросла, стало в ней 250 человек. Церковь при этом была модернистской, но старались мы также позволить людям, помочь людям ощутить Бога. И потом, в 1992 году, наша семья переехала, у нас было тогда трое детей, как я уже сказал, 11, 9 и 5 лет им было. Так вот, мы переехали в Москву, в Россию. Мы служили Господу в одном из крупнейших городов Европы. Все менялось. Берлинская стена только что пала. Менялось российское общество. Время было непростое. Но при этом я должен сказать, что время было замечательное, потому что Бог творил нечто совершенно новое и неслыханное. Потом наша семья вернулась в Америку, и сейчас я служу в нашей ассоциации церквей. Я вместе с моей командой работаю с 2 сотнями церквей всего нашего региона. Это 5 разных штатов. Я постоянно езжу и по нашему региону, и по всем Соединенным Штатам, и по разным странам мира. И я постоянно вижу, что в церквях появляется нечто новое. Новое, скажем так, инновации — это новые способы решения той или иной проблемы, решения того или иного вопроса. Итак, это новые альтернативы, новые возможности для решения уже существующих вопросов, уже существующих проблем. Вот что такое инновация. Сегодня я хотел бы рассказать вам о 6 инновациях, которые мне довелось видеть в разных церквях, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Возможно, это не относится ко всем странам мира, но к некоторым относится. Я думаю, в каком-то смысле вы это можете применить и к себе, не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах. Первая инновация, которую я вижу, это развитие детского служения. Дело в том, что сердце Бога открыто к детям. Об этом в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 1 по 5 стихи. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. И 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». И новация заключается вот в чем. После того, как церковь взяла на работу старшего пастора, первого пастора, как хотите, его берут на ставку, на работу, вот после этого следующий сотрудник, которого нанимает церковь, следующий платный, оплачиваемый сотрудник на ставке, может быть, он начинает с добровольческой работы, служения, но потом он постепенно начинает получать зарплату. Следующий сотрудник — это руководитель детского служения. Во времена моего пасторства у нас сначала брали на работу первого пастора, а потом молодежного пастора для подростков. Но проблема заключается в том, что подростки с нами 2-3 года, а потом они уезжают в колледж, в семинарию, еще куда-то.
переезжают в другой город. А теперь церкви говорят, нет, нам нужно взять на работу детского служителя, потому что нам нужно детское служение, настоящее, хорошо развитое детское служение. Это второй приоритет после того, как мы взяли на работу старшего пастора. Конечно, мы начинаем с добровольцев, но постепенно мы начинаем кому-то платить, и у нас сотрудник на полставки, а потом на полную ставку. В Соединенных Штатах Америки, когда семья приходит в церковь, и дети приходят в детскую комнату церкви, а там грязно в яслях, и там нет игрушек, и там скучно, и дети говорят, а я не пойду больше в церковь. Но если в детской комнате, в детском служении все хорошо, уютно, красиво, там есть игрушки, там их занимают детишек, о них заботятся, их по-настоящему любят, детям хорошо, тогда ребенок говорит, я хочу прийти еще раз. И вся семья вместе с ребенком приходит в церковь, и вся семья приходит ко Христу. Вот это одна из новаций, я думаю, что это хорошая, позитивная новация. Заключается она в том, что второй служитель церкви, которого нанимают на работу, это служитель, который работает с детьми. И начинается все с яслей, с служения для малышей, начинается развитие детского служения, детского поклонения, детского прославления на уровне этих детей. Это очень важно для постмодернистской церкви, но и для модернистской церкви тоже. Вторая новация, которую я наблюдаю в церквях, послушайте внимательно, потому что я понимаю, что здесь будет сложно даже это все выговорить, но это новый тренд, новая тенденция. Заключается она в следующем. Церковь переориентируется. Раньше предполагалось, что люди сначала уверуют, а потом присоединятся к церкви. Вот так было в модернистской церкви. Ты сначала уверуй, а потом ты будешь одним из нас. Ты уверуй во Христа, ты прими Священное Писание, ты прими наши учения, наши доктрины, тогда ты будешь одним из нас. Сейчас все меняется. Сейчас все чаще и чаще наши церкви говорят, нет, сначала ты можешь стать одним из нас. Мы хотим, чтобы ты ощутил, что здесь твой дом, здесь твое место. И потом, после этого, люди приходят к вере, люди приходят к покаянию. Так и в служении Христа, Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. Именно так поступает Христос с Закхеем. Он не сказал Закхею так, слушай, сначала ты в меня уверуешь, что я Мессия? Нет. Иисус поступает иначе. Потом Иисус вошел в Иерихон, мы читаем 19 глава, 1 стих, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что надлежало ему проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». То есть я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы ты также был со мной. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать. И говорили, что он зашел к грешному человеку. То есть сначала он должен уверовать, а потом уже к нему может прийти Иисус. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот один пример. В штате Мичиган есть церковь. Там, кстати говоря, трудится пастором один из выпускников нашей семинарии Троицы в Чикаго.
Вот у этой церкви есть такой девиз. Этот девиз и в интернете, и в церковном бюллетене, и на вывеске там. Написано вот что. «Будь с нами, веруй с нами, возрастай с нами». Просто люди хотят с кем-то быть. Они хотят к кому-то присоединиться. Но чтобы уверовать, нужно время. Вот такая новация. И я вижу, что церкви сегодня другие, не такие, как у нас. Когда-то мы говорили, что если ты хочешь помогать раздавать бюллетени церковные, то сначала должен стать членом церкви. А в современных церквях бывает так. «Эй, Санек, ты тут недавно в церковь стал ходить, да? Ты на гитаре вроде играешь. Приходи к нам в группу прославления». Каждому хочется куда-то прийти, а потом уже он уверует. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Еще одно новшество, еще один новый тренд, который я вижу по всему миру. Кстати говоря, это уже не совсем новшество. Это было еще в Антиохийской церкви. Описано в Деяниях апостолов 13:1. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Значит, пять участников команды проповедников, если хотите. Помните, как Варнава начинал церковь и понял, что ему нужна помощь? Он пошел в Тарс, нашел там Савла, они начали трудиться в церкви, церковь росла, и в 13 главе Деяний уже не только один, не только два проповедника, а пятеро пророков и учителей. Кстати говоря, один из них был кириньянин из современной Ливии, другой — совоспитанник Ирода, очевидно, из Палестины. Еще один человек — Симеон, нигер, скорее всего, чернокожий. Варнава с Кипра и Савл — тарсянин. Смотрите, пять человек, команда проповедников из пяти человек в городе Антиохия, и ни один из них не был, собственно говоря, антиохийцем. Они понаехавшие отовсюду. Но эта церковь их принимает. Эта церковь открывается для них, независимо от того, откуда они приехали. Эта церковь направляет миссионеров, Варнаву и Савла, которые достучались и до вас, и до меня, до язычников. Потому что эта церковь принимала людей, эта церковь работала в командах, эта церковь умножала служение, развивала служение. Вот смотрите, какая тут новация. От церкви, где один пастор, смотрите, я когда только что окончил семинарию, я проповедовал 48 воскресений в году. Вот каждое воскресенье, ну, кроме отпуска. И мне постоянно говорили ложь. Мне говорили: «Рик, люди хотят услышать твою проповедь». И мне было так приятно. «Да, хорошо, люди хотят меня услышать. Я буду себя сжигать. Я буду проповедовать 48 воскресений подряд. У меня будет только один месяц отпуска». А потом, когда я пришел в следующую церковь, Бог сделал меня немножко мудрее. Я стал пастором Московской библейской церкви, и был молодой человек, который работал вместе со мной, служил вместе со мной, звали его Виталий Петров, и мы чередовались. Я проповедовал одну неделю, потом он, потом опять я. Потом мы стали привлекать к проповеди Виталия Власенко, потом мы привлекли к проповеди Олега Лазаренко, он тоже проповедовал. А Адама Ричардсона также призвали в нашу команду. Константина Лысакова, он тоже стал проповедовать.
И мы ушли от модели, когда есть один проповедник, который постоянно проповедует. Мы перешли к командной работе, как это было в Антиохийской церкви. И вот что интересно. На протяжении следующих 20 лет истории этой церкви люди, которые участвовали в той первоначальной команде, росли и постепенно становились основными проповедниками и этой церкви, и других церквей. Вот какая новация, вот что меня радует. Это команды проповедников.